Сегодня избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала в РИО губернатора Александра Уса в качестве кандидата в губернаторы. Решение было принято единогласно. Отметим, Александр Ус стал первым официально зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Красноярского края. Сегодня же суд Центрального района Красноярска своим решением отменил решение избирательной комиссии города о заверении списка одномандатников от партии «Патриоты России» на выборах в Красноярский городской совет депутатов в связи с отсутствием необходимых документов. Суд установил, что партия «Патриоты России» мало того, что не представила полный пакет документов, необходимый для заверения списка кандидатов, так еще и все кандидаты и партия перепутали наименование избирательного объединения, которому они давали согласие баллотироваться. Об этом, собственно, два дня суд исследовал эти моменты, пытался понять, почему произошла такая ошибка. Но, тем не менее, на день принятия решения избирательной комиссии города Красноярска эти документы отсутствовали, необходимые и указанные в законе. Отметим, что решение пока не вступило в силу, а для снятия кандидатов, уже зарегистрированных по одномандатным округам от партии «Патриоты России», необходимо будет подавать иски в районные суды отдельно по каждому кандидату. По информации редакции, такие же нарушения установлены и при выдвижении партийного списка «Патриоты России» на выборы в Красноярский горсовет.